Спасибо, убрал. Ту-ру-ту-ту. Да когда же вот этот пул будет без этого дерьма? Я прям жду не дождусь. Ни Випен Смит, и ничего. Блустрик падать. Говнохантов поиграть. Опять же миллион эльфов будет, да? Ну ладно, го смотреть. Этого нету, Даргира. Тролля давно не был. Да тролль, это не тот персонаж, который все решает. Он полезный в нескольких сборках, в Акирах, Варлоках. Может быть, в Воине, но это так редко сейчас играет. Так, а что у нас есть из такого полезного? Синрипер, Галда, Стрик. Сто лет не играл нежитью. Ну, думаю, мы так справимся. Владимир с племени. Спасибо за фоллоу. Прогнозик. Прогнозик уже закрыт. Мы ждем, будет ли у нас Т2 юнит к четвертому раунду. По ощущениям, да, я буду продаваться. Но что-то юниты не те. Возьму пока так. Может быть, на четырех нежитях я и захочу постоять. Но присты пока манят сильнее. Ага. Сражаемся. Так, все купим. Орк, какие-то эльфы, Братрум, возможно, драконы. Но драконы, Братрум, это мало того, чтобы думать о драконах. Просто пока ханты с нежитью. Сины всякие, да, стоят. Подушиться в ханте немножечко. Был бы дазл, я бы, наверное, продался. Фулл эко. Четыре нежити. Давайте сначала вот так сделаем. Да ну, нет, игра. Не успел. А я очень хотел подраться. И мне нужно подумать, я хочу оставить, да, и вот это, и вот это. Вообще нежить мне не очень нужна, то есть просто клокворка отдам. Изи бы дефол тут. Кстати, до сих пор есть микрошанс. Владимир. Племени, спасибо за поддержку, спасибо за подписочку. Хочу ли взять вот этого парня? Вот так вот залетел, зафоловился и сразу подписка. По красоте. По красоте, по-моему. Что будет сильнее вот этого? Есть ли у меня Weapon Smith? Нету. А чё я тогда сижу, маринуюсь? Держи, держи. Вот так вот держи. Еще один, да серьезно, Пейнт? Нахрена мы его в пати брали? Пошел хантом играть, душнило.
Он предметы не открыл, открыл. Вот душнило. Две бары. И как так, что у меня хп 95? Найты плохо. Я, в принципе, для ханта нашел хорошие шмотки. Надо посмотреть, порешать, что будет дальше. Под эльфа эти шмотки тоже сгодятся, если я вдруг стану эльфом. Продать вот это. Вон, давай вот так вот хотя бы продадимся. Двух братрумов пока возьмем. Это дубль. Что-то уже да не круто выглядит вот это. А чё круто выглядит? Ну да, пока так. Антимаг, коза и нежить. Так, во-первых, Владимир в племени, я забыл поблагодарить тебя за твою подписочку. Лови приветственного енота и сердечко. Ну и еще вдобавочку, раз уж ты подарил злому Сипару подписочку, вот тебе еще одно сердечко в нагрузку. Спасибо за поддержку. Я не знаю, буду ли я левелапать, при левел жать не хочется. Как я здесь оказался? Злой Сипара, тебя отстрелили? А ты что думал, так можно безнаказанно в чатике просто сидеть? Нет, получается. Ой, так плохо все. Блин, вроде есть чем драться, а вроде и нечем. Эльф либо хантер. Вот это лишнее. На престов я садиться не хочу. Кстати, еще есть вариант вот этот, да? Я потому что денег-то не потратил сильно ни на что. Коза тут захилит хорошо. 3, 4, 5, 6, 7. Ладно, последний раунд держу, дальше продаюсь. Нужна уже десятка на next. У этого двадцатка сидит, он мне еще часть стола успел убить в сине. Красавчик. Чтоб я так лузал. И серьезно, настроив хантера. Да давай вайда уходи, ты же все решил. Я не хочу это тащить, это очень дорого. И кроме этого, у меня ничего нет в эту сборку. Плюс будут забирать, короче. Вот эти, может быть, были бы сильнее сейчас на текущий момент, но не хочу это ставить. Фейку, если что, продам. Антимаг выключает этого парня. Братрум, 4 найта. Вряд ли мы это пробьем. Это просто 4 найта непробиваемые. Антимаг бьет легионку, это бесполезный, да, дэмэдж? Теперь бьет бесполезный дэмэдж Братрума. Вот у Абадона полезный. Во. Во, другое дело. И стрик не дадим набить, тоже приятно. Во, вот это пошла работа. Тимплей. Что-то надо решать. Пэнни, ты же с этого срулишь? Не хочет срулить с ханта. А, ну ты же вайда хочешь уйти с этим. А мне нужно посмотреть на обилки и прикинуть, да, что я могу.
что я могу? Это выглядит, да, посильнее нас. Слишком быстро умирает этот парень. Слишком плохо пробивается этот парень. Слишком плохо пробивается Марс. Орки, воины. Плюс сзади неплохое подспорье. Да, все, лобби прям сильное. И Син сидит с бабосиками и с хпшкой. Вчера первый раз в жизни увидел, как тип играл на богах и собрал Т3 Энигму. Как же она стилял. Ну, это понятно, Энигма — это жесть. Не знаю, зачем я это взял, просто потому что... А, могу ли я как-то этого Хантера протащить или все-таки попытаться собрать нормального эльфа и не париться? Здесь дровок будут забирать, здесь Хантеры дровки. Мне из этого вообще ничего не нужно. Ладно, на крипов меня хватит. После обилки посмотрим. А есть ли у нас лазер какой-то? Нету ничего. Плохо. А, Т2 юнит козу мы, по-моему, успели выставить. Вроде была козочка. А нужно ли мне это? Думаю, что нет. И левелапать я не хочу. Я хочу поролиться и понять, что чем я буду. Здесь хант остается. Присты, конечно, нужны. А ты-то куда подбираешь этих зверей? Мне стрик не дает ничего, нет. Стрик, в лустрик упасть. Это, наверное, единственная билка, которая будет хоть что-то давать. Предметы под хантера, под эльфа, под мага подойдут. Белка нумеран заменит, белка зверей сейчас закрывает. А давайте заменим белку нумерану. Что-то я подумал. Почему бы и нет? Кстати, хантов можно было, да, подоставить. Ну, нет так нет. Вот теперь я готов идти в левел. Что-то ханта больше себя в мипаря уходит куда-то. Ну, то есть нужны бабки. Попробуйте, сейчас начну побеждать, я стану сильным. Выкрутить левел 6. А хочу ли что-то взять? Ну, максимум хантера выставить. Ёбушки-воробушки. У меня сейчас чат... Сколько? Выкрути качество сейчас. Ща, ребят, я сейчас это... Я сейчас отойду от шока культурного. Охренеть, Шева. Спасибо большое за поддержку. Единственный у меня теперь вопрос... А как мне прокрутить столько сердечек Шеве? Есть у кого идеи? Шесть, одного альфа не хватает. Ладно, не хватает, не хватает. Шева, спасибо большое за поддержечку. Это охренеть какая поддержечка. Я сейчас просто вообще шокирован. Это надо продать. И если мы побеждаем, то выходим в эко. У нас сейчас надолго это туру-туру-ту-ту. Шева. Шева.
Ай, лови енотика благодарного и... И вот так вот, да? Что-то тут не вмещается. Ну как, как-то так, шеф. Спасибо за поддержку. Увернулся от подарка. Ребят, я не знаю, как вы увернулись. Столько подарочных подписок. Просто невозможно увернуться. Вы показываете вершину мастерства у воротов. Да еще одно. Боже, как же хорошо. Дерево, ну тебя пока уберем. Вообще, на самом деле, мы очень сильные. А по приколу еще могу престов оставить. И века вернуться за козу. Одну козу отдам, не моргая глазом. Борис, хрен попадешь. Ребят, я не знаю, как вы это делаете. По мне это выглядит нереально увернуться. Сколько? Еще разок. 50 подписок первого уровня сообщества. Это жеванный крот, это очень много. Кому ушли все эти подписки, если вы сидите в чатике без них? Как вы увернулись? Как? 50! 50! Я Шева новый рекорд, что ли, в кавунах побил? Так, давайте Акирчика отпустим. Пару удачных роллов. Все хорошо. Так, 6 эльфов, 6. Дефы, по идее. Но это не точно. Вот это надо, наверное, скипать все. Да надо скипать. Шансов этому со мной пойти нет никаких. Ни Чену, ни Дазлу уже нет. Мы должны драться и побеждать. Собака проклятущая. Козу надо было разобрать, отдать это все дерево. И Фуриона надо было заряжать. Миранка там отстреливает во все стороны. Ботом подписка ушла. Похоже на то. Значит, вы что-то неправильно делали. Если подписка так ровненько, целенаправленно к ботам. Монополия есть? Есть, боимся. Зарядка. Манта почти, да? Это почти манта. Или это манта? Это манта? Это манта? Это манта в гребаное дерево? Вперед, мой верный тренд. Это очень круто. Так, я не успел, правда, паролиться, это минус. Что-то пока соображал. Вообще можно левел выкрутить и там уже паролиться. А есть ли у нас кто-то, кто нас на деревья обворовывает? Пейн? Да серьезно, ты в мой билд просто вот прям на ханте поставил. Ханта берет на этом, этого берет. Я думаю, мы и так справимся. Мне одно дерево всего лишь найти. Я в порядке, Фуриону плевать. Монополии пока нет, до 20-го найдем. А это что за аттракцион невиданной щедрости? Это у Шева надо спросить. Он молча зашел, кинул 50 подарочных подписок. 51. Простите, я ошибся немножечко. 51 подарочную подписку и ушел в закат. Я не прочь поставить еще Дума. Ну, прям сейчас выкрутим левел Дума. Походи вот с этим, это все равно потом идет Терычу. А ты вроде как усиление.
Bad to the bone? Yeah. Музон из трудный ребенок. Музон. Ой, это очень хороший трек. Шева. У меня заканчиваются сердечки, но для тебя я нашел еще два. Спасибо. Спасибо за огромную поддержку. Отстрелил просто Михаила. Уже какой-то прицельный отстрел пошел, да? Отстрелил бедную Настю. Всех отстрелил. Никто не уйдет отсюда на своих ногах. Так, ну нам все равно надо ролиться. Не знаю, что я с этим планирую делать. Вот ВРК точно планирую ставить. Дум делает мне что? Блокирует четверки? Вообще дума можно оставить в этом пуле. Ну, чисто по приколу. Да, у меня манта, а ты что хотел? Я надеюсь, приду тебе по жопке сейчас так надаю, что ты охренеешь. Нет? Может, еще мне по жопке надают? Войд? Сильный войд уже. Это два лоник. А я живу только на мантии плюс в эрке. Ну ладно, я охрененный эльф. Я кручу-верчусь, запутать хочусь. У меня есть дум. Но все равно медведи душат. Ой, дерево пока живет. Пока дерево живет, мы живы. Дерево хилку дай. ВР-ка помогает. Боже, как мы можем больно зайти и бабок принести, да? Да, бабки. Сюда. Мне срочно нужен лоник. Ладно, один оф фурион. Козу я как могу проскипать. Ну, дума не собрали, не собрали, не собрали. Один оф миранка, пака заапали. А меня... Я же, кстати, со стриком еще. Я охренеть сколько денег получаю. Плевать на эти копейки. Ну, если победим, конечно. Блин, ну я с мантой, я очень сильный. Мне нужно дерево. Козу отдавать тоже не хочется. Хотя, может, и придется. И мне нужно сейчас найти как минимум одного фуриона. Хотя и лоника хочется. 50 подписок, зверь, да. Монополия есть? Есть, поэтому опасно. Ладно, деньги ничто. Коза тоже может быть замонополена. Собираем. Мне нужен фурион, как минимум. Дарквилла мне не нужна. Дайте, пожалуйста, лоника или фуриона. Боже, слить столько денег никуда. Это пипец. Если сейчас замонополят фуриона, будет беда. Если нет монополии, я козу продаю одну. Потому что я очень много денег потратил. Угу. Ля красюки. Тренд протектор удален, но у меня трендов хватает. Элитный рекрутер. Коза. Фурион удален из пула. Ничего страшного. Без фуриона, я думаю, проживу. А как идея с Т3 думом? А, держи, вот так вот пока что. Давай пока возьмем и подумаем. Конечно, стерочи надо ставить, выйти в левел. Вот это все не собирать. У меня есть двойки, этого достаточно. Пойдем в левел.
Террорблейдов будет очень тяжело собирать, что их много. Пейн отлетит. Ну, скоро отлетит. Без фурионов, да, без всего это не играет. А я все-таки сильный эльф. Хотя у него ханты меня поддушивают немножко. Но у него, да, и фурионы ему забанили, все забанили. Его просто должны вынести вперед ногами. А Дум пока с нами, мы на стрике, это хорошо. Кто-то считает этих курантов? Ну, их было 52 курантов. 57, простите, оговорился. Шева! Спасибо, ты сегодня прям просто расстрелял весь чат. И стримера... Стримера вел в тупик. Спасибо за поддержку. Лови еще 5 сердечек за 5 подарочных подписочек. Какой-то сумасшедший день сегодня. Дед Мороз, да. А вроде не Новый год. Девятый левел. На мультикасте, на хумах, на богах. Опасный парень. Хорошо, что у нас есть манта. Мне нужно вот это вот выбивать на салат. Не-не-не. Твои террорблейды ничто. Да, пенек еще разложится, чувак. А ты как думал? Да. Деревья мои хотел собирать, Пэн. На за это. По жопке. Оу, е. АКДМ, спасибо за фоллоу. Талон друид удален из пула. Хорошо. Ну как, не очень хорошо, на самом деле. Макс оформляет подписку с первым уровнем. Шева не попал. А может ли как-то со мной коза пойти? Скорее нет. А какой у меня вариант в конце? Варлоки, Акиры? Просто одну козу подержу. Даже пака могу подержать. Варлок, варлок на чем? Только на Энигме без варлока. Такой себе син сильный. Син уже очень сильный. Иллюзии, да не там. И похоже, нас пробили. И за стрик сейчас денег прилетит килограмм. Ну ладно. Ну там тут Рикки под нас стоял. Все было настроено на то, чтобы сбить стрик. Душим Ромку. Да нет, не душите. Наоборот, спасибо большое за поддержку. Ни разу не душите. А, был Т2 юнит, Т2 коза сосисочка была. Давай так. Ну а как иначе? Не знаю, что с остальными предметами делать. Пока ничего. Я пойду в левел, мне как бы все равно. Тройки ролить я не хочу. Манта этим не самым удачным образом у меня прокает. Тролли сильные достаточно. Душная легионка. Но ВРК справилась. Кобу не пробили. Но вот это тот самый син. На синрипере в левел, который идет. Демонов собрать. Соточку отстрелял. Можно отдохнуть. Да, Шева, спасибо большое еще раз за подаренные все подписки. Их было нереально много. Будет ли у меня фурион? А вообще, если не фурион, то что? Инвокер темпларка есть. Но не будет фуриона, не будет. Пусть 25 левел 8 сделаем. Можно, кстати, был разобрать. Но пенька разбирать не хочу. Манта. Это очень хорошие предметы. Когда ТБшек повыбивают. Раз ТБ, два ТБ. Тяжело будет.
Я должен поставить своего ТБ обязательно. Не знаю, что там у нас. ВРК пару роллов нажать, инвокера найти. ВРК вытащить. Манки Кинга взять. Держи пока ты, гол, посмотрим, что здесь будет валяться. Манки Кинга надо брать. Блинк, мне нравится. Блинк точно. Кто не пойдет с нами? Я думаю, что вот они не пойдут в 3. У меня же таких опций не будет. Мне нужно будет придумать в любом случае переобувку во что-то. Правильно пошло дерево. Отлично. Скипнуть козу. Фуриона виспа отдавать не буду. Нахрена мне эти приключения. Вот ВР-ку апну. Кускар удален из пула. А не удален, у меня вот он есть. Тогда мне вот это не нужно, да? Элдер Титан, может быть, когда-то, вряд ли. Здесь раньше нас все соберут. То есть вот это похоже на победку по итогу. Как он превратился? Его же антимаг бил. А, он эльф, он увернулся. Вот это мне больно сделает. Это трилоник. Думблоника дал. Это здорово, конечно, ТБ нас развалят. Что у него по предметам? Ну ничего особенного, но... Но больно. Самому сейчас найти быстренько ТБ. Ой, короче, пока не знаю, что делать. Давайте все берем. Инвокер, я готов тебе вот это выдать. А потом собраться в Варлока. Минус антимаг, минус дум. Окей. Минус ВРК. Ну, сейчас бы ТБ в 2 мне не помешал. На кого превращать? Дерево? Кстати, неплохой вариант превращать дерево в манту-иллюзию. Вообще варик. Тут мы хусика не пробьем. Хотя будь в дереве ответка, пробили бы, да, всех. Бам! Пробили. Охренеть. Зачем мне это? Зачем я хочу собрать вот это? Вообще не зачем. Вот это я тоже держу, скрипя зубами. Это мне не нужно. Мне нужно переодеваться в Варлока с синами. Со мной может остаться вот это, вот это. На ТБ даже забиваю. Инвокер тоже пусть останется, так как он крутой. Берем алхимика, ищем макаку. Алхима надо брать. Круто было бы победить. Ой, мы победили. Кеннеди, хеллоу. Мне нужно паролиться сейчас, да, до 9. Ну, короче, потому что нужно.
нафиг это ОТБ? Панду-то за что скип? Ну так получилось. Сейчас надо в варлок переодеваться, пытаться. С ТБ не срослось. Хе, паскудник. Я понимаю, что это все здорово, но держи ты. Шрауд. Шрауда нет, элитный рекрутер. Ой, надо было сразу это взять. Элитный рекрутер. Мне нужен элитный рекрутер, мне нужны варлоки, мне нужны эти. То есть я не очень-то сильно рассчитываю на победки. Хотя если я выбиваю кого-то, да, я получаю до хрена. А здесь есть яблочко. А выбиваю ли я? Нет, не выбиваю. Да не, надо брать элитку. Надежную элитку. Симорекс, приветствую. Пролезет ли мне вот сины? В чем вопрос? Ту-ту-ру-ту-ту. Веник еще надо отменить, вот этот бан. А, раз, два, три, четыре. Веник пятый. Мне только нужен один юнит. А, пойдет ли со мной панга? Нет квапы? Наверное, нет. Зверь это здорово, но мне веник это закроет. Отпущу просто. Макака тащит, точно нужна энигма. Мультикаст. Хватит жрать яблочки. Блин, он все равно, да, меня развалит. Подкопить денег на левелап. После 35-го левелапнуть. Да, в 9-й надо выходить, потому что мне слотов не хватает. Вот эту пару надо брать, может Рубика скипать. Пока скипаем. С ответкой сюда, давай. Ой, как же он старается. 9-й точно нужен. Вопрос, улынет ли? Наверное, пока нет. У меня все... Боже, как больно. 18 ровно? Да ладно. Сейчас надо к сину готовиться. Скорее всего, он зайдет. Пора 9 эльфов продавать. 9 эльфов будет пора продавать, когда у меня будет 6 варлок. Ну, то есть, мне, у меня нечего сейчас поставить, что будет лучше. Три эльфа. Три эльфа вместо них варлока. В 9-м 4 варлока будет лучше 3 эльфов. Пока нет. Вот это поставить. И 2 варлока. Кстати, да, наверное, можно было вот так поставить. Вокерка, стани, пожалуйста. Бласт, это хорошо. Где настоящий макака? Ну, было близко.
Не самые удачные трубы от макаки. Стрик сбили, жалко. Две голды есть лишних? Нету. А, я думаю, что так я уже могу сделать. Разбирать дума. А, блин, к инвокеру бы хорошо давать против вообще всех. Инвокер со мной останется. Даже так сделаю пока. 6, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 слотов пока что. Придержать ли антимага против кого? Думаю, что нет. ТБ там с антимагом. Смысл это 0. Я должен левелапать. Очевидно, вот это брать. Плита. Потом это будет больше ответок, но пока это жизнь. Держи плиту. А, второй демон, надо было лучше тролля поставить. Мне очень нужна энигма. Сколько их в пуле осталось? Кто-нибудь уже повытаскивал этих энигм? Дума выкидывать не хочу. Вот против вот всякого такого дерьма. Он сейчас много делает. Энерджи бустер инвокеру надо давать. Инвокеру это очень хорошо. Ио. А в кого Ио? Ну, допустим, этот Ио на перспективу. У меня есть тролль в пуле. Тролля в пуле нету. У меня есть Энигма, Инвокер, Темпларк, да. Пока стоит Дум, три эльфа. Три варлока, зверя. Бам. 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 Мне так нравятся вот эти добивашки от макаки. Она даже вот эту фигню добивает. Смотрите. Оп. Малышка-убивашка. Эльфа, варлоки, звери. Да, да. На чем-то таком сегодня играем. Нам нужна только Энигма и Темпларка. Тэчис не пройдет. Энигма. СФ. Этот. Ну, пока по слотам норм. Дум. Темпларка меняется на Дума. А там еще что-то втыкается. Во, вот так вот давай. Дальше, дальше, дальше палки. Дальше палки. Не стесняйся. Здесь темпларка-то 2 плохо. То есть Кобы со мной пока дерется. Но это пока у меня Дум, блинк неправильный. Время пришло, в гости отправиться. Ждет меня старинный друг. Я бы все-таки это инвокер он давал.
Зачем я тогда так делал? А, я думаю над тем, кого еще могу зацепить. Ну, пока что у меня один кэри макака, это контрится. Все остальные очень слабые. Агра. Кстати, варик агра зацепить. Перестали с этим драться, это плохо. А, инвокер. Ой, боже, что я наделал? Ха. Ну ладно. Надо продавать. Мне нужен левел. Я не прочь поставить агра. И попытаться, не знаю, бабку какую-то. Что-то нужно ставить. Огр кейп. Блинк в Энигму мне нравится, а здесь у меня только есть вот это, да? Сколько денег на левел надо? 58. Энигме, блинк. Тебе может чем-то это помочь? Ничем. Да ну нафиг. Вот это зафокусило тролля. Ой, этого, мою обезьяну. Вот это зафокусил мою обезьяну с ответкой. Я видел, что обезьяна, короче, с мантой очень долго стояла, не била. Топ-4 всего лишь. Вот с таким вот столом Найт победил. Это охренеть как анлаки. Пу-пу-пу-пу. Ой, 6 варлоков не смогли победить Найта. Не, ну ладно, он в принципе в тройках, конечно. С забаненным хускарем. Тебя выбил дабл приз. Ну вот это такой дабл приз, ему просто ставить нечего, 10 слот уже. Тупо там фокуса под троллями хватило на то, что меня выбить, это жесть. Плевать там на инвокера, плевать на всех, это просто продушило. Ну, хаос дизолю критами. Блин, это просто неудачное расположение получилось. Вот именно единственный неудачный вариант под макаку. Надо было ее ставить куда-то по центру с мантой. Охренеть. Единственный неудачный вариант. Здорово, Чузи. А, надо посмотреть, сначала лобби у нас есть. Посмотрим, как умрет Найт. А я пока поищу новое лобби. А лобби пока нет, значит, наблюдаем. Я понимаю, почему вот это сильное. Понимаю. Син, ну как бы син это син. У него тоже много чего есть. Но как этот чертов Найт меня пробил? Это просто... Ой. Просто Найт на коняшке. А Син еще по итогу 102 темпларка подерется против вот этого. Ну, здесь, конечно, есть яблочко, но шансы тоже есть. Нет блинка у Зевса.
Тут растает цена. Тебе вот это вот не надо. Тайдхантер больше даст. Тайдхантер даст больше, чем Алема, чувак. А у тебя же... Стоп, у тебя стадо Рики. А зачем он Алемов оставил? Тайдуха, тайдуха, наги, наги, наги. Не, он серьезно оставил вот это вот. Хочет просто побыстрее убить. Но Тайд, если даст контроль, это будет гораздо более эффективно, чем просто разоровский урон. Ой, я считаю, вот если бы он сделал нормально, поставил Тайда вместо этого, еще паролил, продал вот этого. Ой, короче, это ошибка. Боже, и здесь заняли четвертое место. Это вот не так должно было быть, совершенно.